Пристройка завершена. Пристройка завершена. Работа выполнена. Исследование завершено. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Врата искривления на базе протосов активированы. Энергия, излучаемая вратами, спровоцировала атаку зергов. Будьте готовы к худшему. Крейсер готов к бою. 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 Всегда рада помочь. Ахтун. Веду прием на всех частотах. Добрый день, командир. Задай курс. Ваши войска атакуют. Ваши войска атакованы. Приказывайте. Центр уничтожен, но, судя по всему, Менгск и Рейнер попытаются уйти через врата искривления. Готовьтесь перехватить их корабли, прежде чем... Стойте. Сканеры показывают множество зергов на северо-востоке. Там должен быть Дюран, но, похоже, он увел оттуда свой отряд. Лейтенант Дюран, говорит Стуков, прием! В вашем квадранте замечена огромная стая зергов. Выйдите на связь, черт вас дери! Очень странно, вице-адмирал. На моем радаре нет никаких зергов. Может, у вас оборудование барахлит? Лейтенант, если эти зерги прорвутся, мы не сможем поймать Менгска. Приказываю вам немедленно вернуться на позицию и поддержать моих бойцов. Простите, сэр, я вас очень плохо слышу. Сигнал пропадает. Я не разобрал, что вы сказали. Попробую выйти на связь позже. Дюран! Капитан, к вашим позициям направляются превосходящие силы зергов. У вас в запасе не более 15 минут. Возвращайтесь на корабли. Сообщите адмиралу Дюгалю, что мне нужно уладить одно личное дело. Ваши войска атакованы. Yeah.
База атакована. Адмирал, из-за вмешательства зергов Менгску и Рейнеру удалось сбежать через врата искривления. Незадолго до того, как наши войска были разбиты, вице-адмирал Стуков отправился сюда, на планету Браксис, с большим отрядом. Но почему он оставил битву на Айюре? И зачем вернулся на Браксис? Не обижайтесь, адмирал. Но, быть может, Стуков не настолько вам предан, как вы думали? Поскольку вы еще слишком молоды, лейтенант, я пропущу вашу дерзость мимо ушей. Мы с Алексеем были друзьями задолго до вашего рождения. И тем не менее, его нужно найти. Если он здесь, ему придется объяснить свои действия. Адмирал, сканеры обнаружили на поверхности планеты прямо под нами рабочий пси-аннулятор. Судя по всему, вице-адмирал Стуков нарушил приказ и не уничтожил его на Дарсонисе. Что? Не может быть! Я предупреждал вас, адмирал. Стуков — предатель. Он восстановил пси-аннулятор, чтобы сорвать вашу операцию. Не могу поверить. Но доказательства неопровержимы. Алексей, что же ты наделал? Вероятно, вы с самого начала были правы, лейтенант. Приказываю вам проникнуть в комплекс пси-аннулятора и решить вопрос с вице-адмиралом. Есть, адмирал. Тебе нужно. Чем могу быть полезен? Я слушаю, выполняю. Я слушаю. Есть. Я обо всем позабочусь. Есть. И как эта хрень работает? Компьютер, найди адмирала Стукова. Неверный код. В доступе отказано. Конечно. Ненавижу компьютеры. Есть. Выполняю. Конечно. Я обо всем позабочусь. Есть. Конечно. Есть. Конечно. Чем могу быть полезен? Как оно? Где Стуков? Гарри, ни слова этим предателям. Мочи их, парни. На помощь! Что тебе нужно? Конечно. Что тебе нужно? Выполняю. Я обо всем позабочусь. Есть. Выполняю. Конечно. Есть. Выполняю. Я сваливаю. Опять компьютер. Тут написано, нажмите любую клавишу. Ну и которая из них любая?
Камеры наблюдения включены. В четвертом секторе расположена мастерская по ремонту Голиафов. Голиаф — это хорошо. Если туда добраться, можно будет их угнать. Конечно. Я обо всем позабочусь. Огоньку? Конечно. Я обо всем позабочусь. Есть. Я обо всем позабочусь. Конечно. Я обо всем позабочусь. Есть. Выполняю. Неверный код. В доступе отказано. Эй, кто там безобразничает с компьютерами? Ой. А ну давай выкладывай коды доступа, пока у меня нейронный ингибитор не взорвался! Ничего я вам не скажу. Стойте, я все скажу. Пароль Фарнем. Код доступа принят. Спасибо. Опачки. Камеры наблюдения включены. Вице-адмирал Стуков находится в секторе 8. Я слушаю. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Конечно. Есть. Эй, народ! Эти голиафы нам бы не помешали. Давайте спустимся и захватим их. Здесь посторонние! Зовите пилотов голиафов! Я обо всем позабочусь. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Есть. Выполняю. Записать на прием? Уже в пути. Связь налажена. Место назначения. Да я кого-нибудь пристрелю. Превосходно. Командир, жду приказаний. Да я кого-нибудь пристрелю. Командир, зажигай. Что тебе нужно? Я слушаю. Связь налажена. Системы функционируют. Записать на прием. Командир, вперед, вперед. О, да. Канал открыт. Я слушаю. Я обо всем позабочусь. Есть. Я обо всем позабочусь. Есть. Выполняю. Чем могу быть полезен? Слышь ты, живо полезай в КСМ и почини наши глиафы. Ваши войска атакованы. Я все сделаю. Вызывали? Что тебе нужно? Чем могу быть полезен? Я обо всем позабочусь. Выполняю. Так, Что тебе нужно? Конечно. Я слушаю. Выполняю. Конечно. Я обо всем позабочусь. Есть. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Конечно. Я обо всем позабочусь. Я слушаю. Есть. Выполняю. Конечно. Выполняю. Слышу вас хорошо. Системы функционируют. Слышу вас хорошо. Системы функционируют. Чем могу быть полезен? Что тебе нужно? Выполняю. Чем могу быть полезен? Выполняю. Чем могу быть полезен? Выполняю. Есть. Выполняю. Конечно. Да, капитан. Выполняю. Конечно. Гори синим пламенем. Выполняю. Конечно. Есть. Выполняю. Так,
Связь налажена. Что тебе нужно? Готов к работе. Связь налажена. Командир. Системы функционируют. Так. Канал открыт. Системы функционируют. Да, капитан. Готов выдвигаться. Штаб, вас понял. Хорошо. Да, капитан. Выбрана. Выполняю. Конечно. Готов к работе. Что тебе нужно? Выполняю. Я обо всем позабочусь. Слышу вас хорошо. Я слышу. Я обо всем позабочусь. Канал открыт. Чем могу быть полезен? Конечно. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Эту дверь только Тюран открыть сможет. Да, капитан. Выполняю. Вице-адмирал Стуков. Мне приказано освободить вас от занимаемой должности. Лейтенант Тюран! Я ждал вас. Мы оба прекрасно знаем, зачем вы здесь. Давайте, не тяните. Спокойной ночи, Стуков. Да пошел ты! Лейтенант Тюран, немедленно доложите обстановку. Жерар, мой добрый друг, в наших рядах и правда был предатель, но не я. Дюран манипулировал нами с самого начала. Он убедил тебя уничтожить пси-аннулятор, наш главный козырь в борьбе с зергами. Потом на Айуре он не помешал зергам оттеснить нас, хотя Менгск и Рейнер уже были у нас в руках. Я вернулся на Браксис, чтобы запустить аннулятор. Нашу единственную надежду. И за это ты приказал убить меня. Дюран, твой враг Жерар. Возможно, он даже заражен. Используй аннулятор. Заверши нашу операцию. Так, моя смерть хотя бы не будет напрасной. Алексей! Нет! Что же я наделал? Компьютер, где этот чертов Дюран? Адмирал, наши сканеры потеряли сигнал лейтенанта. Он исчез. О, нет. Протокол самоуничтожения запущен. Капитан, энергетическое ядро аннулятора перегружено. Единственный способ избежать аварии – отключить ядро реактора с терминала ручного управления. Должно быть, это Дюран. Солдаты, вы хорошо послужили вице-адмиралу. Почтите его память. И сделайте все, чтобы аннулятор уцелел. Найдите этот чертов терминал ручного управления. Какие будут указания? Место назначения. Канал открыт. Подтверждаю. Опишите характер недомогания. Камеры наблюдения включены. Связь налажена. Подтверждаю. Канал открыт. Цель выбрана. Целостность периметра нарушена. Внутри комплекса зарегистрировано множество биосигналов зергов. Что за чертовщина? Откуда тут зерги? Капитан, у нас здесь, похоже, целая орда этих тварей. Это подтверждает, что Дюран заодно с зергами. Капитан, уничтожьте их всех. Спасите аннулятор любой ценой. Место назначения. Ваши войска атакуют. Привет, Дюран. Вызывали? Немедленно. А я кому-нибудь...
совершенно искрашенная пуга. Штаб Москва.
Отключение ядра реактора запущен. Прекрасно, капитан. Сианулятор должен работать на полную мощность круглосуточно. Я оставлю здесь гарнизон для его защиты. Готовьте флот. Мы отправляемся на планету Чар, чтобы подчинить, наконец, проклятый сверхразум. А Дюран еще ответит за то, что натворил сегодня. Капитан, после того, как сигнал пси-аннулятора нарушил связь между зергами, их стаи над Чаром пришли в хаотичное движение, что позволило нашему флоту войти в атмосферу планеты. Однако растущий сверхразум по-прежнему окружен значительными силами. Алексей был прав. Без аннулятора у нас не было ни малейших шансов на победу. Если бы мы послушали Дюрана и уничтожили устройство, нас бы сейчас здесь не было. Капитан, настало время совершить то, для чего мы проделали весь этот путь. Мы поставим сверхразум на службу человечеству. Капитан, сканеры обнаружили трех церебралов, которые составляют ядро обороны сверхразума. Действуйте с исключительной осторожностью. Их возможности до сих пор неизвестны. Начинайте высадку. Уничтожайте все на своем пути. Когда оборона зергов будет сломлена, отправьте к сверхразуму группу специально обученных медиков. Они парализуют его с помощью сильнодействующих препаратов. И тогда победа будет гарантирована. И еще. Не забывайте, что Дюран по-прежнему на свободе. Думаю, все происходящее лишь начало его коварного плана. Удачи вам, капитан. Уверен, сегодня мы отпразднуем победу. Вызывали? База атакована. Капитан, наши пушки бесполезны против этих подземных колоний. Наверняка один из церебралов накачивает их энергией под завязку. Что приготовил? Стим принял. Готов выдвигаться. Где болит? Пристройка завершена. Готов к работе. Так, работа выполнена. Работа выполнена. Ваши войска атакуют. Записать на меня. Пристройка завершена. Вызывали? Исследование завершено. Что прикажете, Кэп? Записать на прием. Пристройка завершена.
Работа выполнена. Готов к работе. Работа Пристройка выполнена. Завершена. Пристройка завершена. Крейсер готов к бою. Крейсер готов к бою. Опишите характер недомогания. Крейсер готов к бою. 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 Экипаж на связи. Будет сделано. Веду прием на всех частотах. Не торопись. Веду прием на всех частотах. Опишите характер недомогания. Что прикажете, Кэп? Ваши места атакуют. Будет сделано. Задай курс. Командир, этому цереброю Каил. Теперь мы запросто разделаемся с подземными колониями. Задай курс. Работа выполнена. Принимаю сообщение. Ваши войска атакуют. Сообщение. Задай курс. Ваши войска атакуют. Принимаю сообщение. Командир, зажигаем. Превосходно. Ваши войска атакуют. Зажигаем. Веду прием на всех частотах. Ваши войска атакуют. Вызывали? Эй, я в деле! Где болит? Ваши войска атакованы. Веду прием на всех частотах. Ваши войска атакованы. Задай курс. Где болит? Командир. Веду прием на всех частотах. Ваши войска атакуют. Будет готов сделан. Готов оказать помощь. Задай курс. Крейсер готов к бою.
Ваши войска атакуют. На связи. Задай курс. Веду прием на всех частотах. Будет сделано. Не торопись. Веду прием на всех частотах. Ваши войска атакуют. Экипаж на связи. Добрый день, командир. Ваши войска атакуют. Вызывали? Не торопись. Ваши войска атакуют. Принимаю сообщение. Добрый день, командир. Задай курс. Опишите характер недомогания. Немедленно. Капитан, мы добрались до самого гнезда сверхразума. Медики готовы вывернуться в любой момент. Эй, я в деле! Записать на прием? Капитан, медики уже на позициях и кодят этому надмозгу нейростимуляторы. Простите, что отвлекаю, адмирал. Позвольте вас кое с кем познакомить. Дуран! Сукин ты сын! Что все это значит? Адмирал Дюка, наслышана о вас. Кто? Что ты вообще такое? Я Керриган. Зерги, которых вы здесь перебили, и сверхразум, которого хотите поработить, все они мои. Как и наш общий друг лейтенант Дюран. Видите ли, адмирал, далеко не всех в этом секторе устраивает ваше пребывание здесь. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы оно не затянулось. Это будет не так-то просто, чудовище. Теперь у меня есть возможность помешать тебе управлять зергами. Ах, ну конечно. Ваш бесценный пси-аннулятор. Он не вечен, адмирал. Рано или поздно я уничтожу его. Вот тогда вы увидите истинную силу зергов. Да, кстати, ваш друг Стуков был во всех отношениях достойнее вас. Спасибо, что избавили меня от необходимости убивать его самой. Once brought fear to all who heard it. But now we can all rest easy, as our own forces now occupy their very homeworld of Char. Months have passed since our initial confrontation with the Zerg, and now Directorate forces have taken control of the planet Char, long since rumored to cradle the malevolent Overmind of the Zerg. The Overmind itself, an enormous living brain-like entity, dictates control of all the myriad Zerg forces, and it was believed to be planning an invasion of the Earth itself.
Once on the offensive, our highly trained directorate forces were more than a match for the beast-like Zerg. Even their fiercest warrior breed could not defeat the greatest military technology in the galaxy. The Zerg forces on Char were completely decimated and their losses were tallied in the millions. But all wars have casualties, and while Directorate losses were minimal, the fleet's Vice Admiral Stukov gave his life during the final valiant assault on Char. Memorial services were held aboard the Directorate flagship Alexander. Vice Admiral Stukov truly knew the meaning of sacrifice. Yet his sacrifice was not in vain. The Overmind itself was the prize of the battle. Even now, Directorate psychics and powerful drugs are keeping the creature pacified. The Overmind will undergo extensive research to ensure the continued safety of the United Earth Directorate and of all mankind.